Hello, welcome once again to B2A from Business to Audience on our Creative Europe Media Catalunya channel. The Atlántida Mallorca Film Fest is a project of the BOD platform Filmin, a whole month online on the platform and a week in Palma de Mallorca. In its 12th edition that ended last July, it once again featured a lot of music concerts, roundtables, major European premieres, and many international guests. Among the guests, the Belarusian director Sergei Lasnitsa received the Master of Cinema Award at the gala dedicated to Ukraine. These are Sergei Lasnitsa's films that have media support for development and or the European distribution. My Joy, in 2010, co-production between Germany, Ukraine and the Netherlands. Maidan, in 2014, co-production between Ukraine and the Netherlands. Krotkaya, in 2017, co-production between France, the Netherlands, Germany, Lithuania, Ukraine and Russia. Donbass, in 2018, co-production between Germany, France, Ukraine, the Netherlands and Romania. And his latest film presented at Cannes Film Festival this year, Natural History of Destruction, which Sergei Lasnitsa premiered at the Atlántida Mallorca Film Fest. Let's look at some images. Von heute gehören nicht zu der Sorte von Menschen, die bei einem Feind die auf unsere Vernichtung auf. When the storm bursts over Germany, they will look back to the days of Lubin and Rostock and Cologne. As a man caught in the blasts of a hurricane will look back to the gentle zephyrs of last summer. During the Atlántida Mallorca Film Fest, we had the opportunity to talk with Sergei Lasnitsa about his career as a filmmaker. If media supports development, how important is this aid for you as a filmmaker that ranges from idea to pre-production? Дело в том, что когда начинаешь думать о фильме, все происходит как в математике, в абстрактном поле. А эту абстракцию потом необходимо каким-то образом перевести в очень конкретные места конкретных людей и снимать или пробовать искать места, где ты будешь снимать и встречаться с людьми и как-то перевести в материальное. И вот эту трансформацию помогает совершить медиа. И всякий раз, когда необходимо начинать готовить картину, и еще непонятно, будет ли поддержка других фондов, но уже нужно работать над фильмом, всякий раз медиа, слава Богу, и спасибо большое, помогает нам найти возможности и сделать картину гораздо более видимой, чем это было просто на бумаге. Если мы говорим о документальной картине, то медиа помогает нам провести ресерч в архиве, например, как это было с последним фильмом, хотя бы даже предварительный, насколько возможно реализовать
моей идеи. Но если мы говорим про игровую картину, то это, конечно, и кастинг, и прежде всего поиск локаций, что тоже очень важно, и уже работа предварительная с художником, с оператором, и иногда даже мы делаем предварительные съемки с монтажером, например, и с камерой, и так далее. Вот, так что это большая помощь на самом деле. What is your working method with this archival material in this undefined line that separates documentary from fiction? Двигаюсь вообще в другом направлении. То есть идея, которую я имею, трансформирует все остальное. Материал, который я получаю. И в этом смысле эти фильмы идеалистичны. То есть они опираются на идеи. Для меня, в принципе, нет большой разницы, за исключением этической разницы, между игровым и документальным кино, поскольку и там, и в одном, и в другом жанре я применяю все те же методы, элементы языка, которые применяю. Разница ведь заключается только в том, насколько что-либо в жизни можно снять, насколько позволено это снимать, и насколько моя позиция снимающего нечто, поскольку такие есть обстоятельства, которые противостоят возможности съемок, насколько моя позиция этически корректна. Больше ничего. В принципе, с документальными фильмами мы можем вторгаться в жизнь других людей, влиять на эту жизнь, чего бы мне очень не хотелось. Или узнавать нечто о людях, что они не знают сами, но могут узнать из моего фильма, что может разрушить их жизнь, что мне очень не хотелось бы. Поэтому я в документальных фильмах все-таки держу дистанцию по отношению к частной жизни людей. И поэтому это фильмы о массах людей и действующие лица. У меня нету так героев в фильмах, за исключением очень редких там, одного-двух фильмов у меня нету героев. И в основном это массы. И речь идет о различных законах, которые управляют движением масс в человеческом обществе. И это связано с нашей цивилизацией, и, к сожалению, мы не освобождены от этого, и эти законы достаточно жесткие, но это не значит, что их не нужно изучать. Вот. И когда, например, я, имея идею, начинаю делать тот или иной фильм, я прежде всего опираюсь на тот материал, который у меня есть, этот материал классифицирую. И потом в процессе классификации я выбираю то, что мне необходимо, и фактически структура фильма, которая опирается опять-таки на идею, она выкристаллизовывается, потому что не все, что я бы хотел, было снято, если мы говорим о архивных фильмах. То здесь нужно проявить умение и чудеса эквилибристики в способности ведения мысли. Это тоже все не так просто, чтобы пользоваться тем, что есть, что вам дано и что вам не дано, пустотами, которые предполагаются и остаются за рамками кадра или эпизода, для того, чтобы выстроить ту картину, которую хотелось бы представить зрителю. До сих пор, мне кажется, мне это удавалось сделать. И если мы говорим о игровой картине, то, естественно, у меня больше степени свободы. И моя степень свободы ограничена только бюджетом в данном случае. И опять-таки я игровую картину, если даже этот фильм по мотивам повести, которая была написана, эту игровую картину нанизываю на идею.
прежде всего. Ищу возможность преломить даже повесть, написанную кем-то, таким образом, чтобы проявить то, что я хотел бы проявить. Media supports many European festivals. How do you consider the role of festivals in your career and, fundamentally, your participation in Cannes? Фестивали — это своеобразная лаборатория. Это место, где встречаются фильмы, которые в некоторых странах вы очень редко можете увидеть на обычном экране. И все меньше и меньше увидеть по телевидению. И это, наверное, иногда для некоторых фильмов это единственное место быть увиденным в том виде, в каком эти фильмы задумал автор. И когда я делаю фильм, то я его делаю для большого экрана с звуком, который можно услышать в хорошем зале. Это 5.1. До Atmos я еще не дошел, но это все впереди, я думаю. И очень хотелось бы, чтобы в представлении зритель получал именно в кинозале. Поэтому иногда это единственная возможность вообще посмотреть и увидеть фильм. Канн это, наверное, лучший, ну, сложно с этим спорить, лучший, the best festival in the world. It's difficult to discuss with that. They made this reputation during all these 75 years. И, конечно, я благодарен Канну, потому что фестиваль поднял. Ну, во-первых, они имели смелость показать первый фильм, который был не такой простой, не такой, значит, но это для того, чтобы показывать такие фильмы, нужно иметь все-таки смелость, а тем более первый фильм. Вот. И тем не менее, он был приглашен в конкурс, и после этого все игровые фильмы мои были представлены там, и, конечно, Канн помог нам показать фильмы как можно шире в мире. После Канн фильмы все-таки идут в прокате в разных странах. Вот. Так что я безмерно благодарен Каннскому фестивалю. И сейчас я показывал вот последнюю картину документальную, тоже в Каннах. И мне кажется, что это лучшее место, где можно фильм представить. И это картина сразу же попадает в программу Каннского фестиваля, она попадает в фокус внимания. Вот. И мне кажется, что это очень важно. Для любого фильма, для любого режиссера это большая честь быть на этой ярмарке идей. И значит, быть в месте, где можно встретить людей, режиссеров, которые думают также встретить друзей по профессии, что со мной каждый год случается. Do you think that co-production between countries is absolutely necessary? Not so much of the money itself, but because of the intercultural dialogue that it somehow enables. Without co-production, I cannot make any my feature films. With documentary, it's possible, but with feature films, it's impossible completely. У нас самая большая копродукция была 5 стран. Значит, и вообще, в принципе, я учился в киноинституте, который называется ВГИК. Это тогда был Всероссийский государственный институт кинематографии. Это был 91-й год, когда я поступил в этот институт. И тогда это было такое свободолюбивое место, место свободы. Тогда. Сейчас я не знаю, во что это трансформировалось, но я очень благодарен этому месту и своей школе. И вот одно из главных условий у нас была интернациональная группа «Всегда». И значит, там учились люди со всего мира, студенты отовсюду, от Соединенных Штатов, там, Чад, Монголия, Китай, откуда угодно. Это потрясающе, потому что мы все обменивались нашими культурами, мы все делились
тем, что каждый нес в себе. И на съемочной площадке у меня практически на всех фильмах от 8 до 10 языков. Немецкий, французский, польский, литовский, латышский, украинский, русский, румынский и так далее. Значит, и я предпочитаю и стараюсь работать с лучшими профессионалами из разных стран. Это моя идея, и это мне очень нравится. И, естественно, копродукция в этом смысле — это просто наш случай. Она нам очень помогает, и без этого никуда не деться. Я думаю, что это и результат, этот обмен культур, он будет происходить в будущем интенсивно. Это результат глобализации, это результат открывшихся нам возможностей, значит, и технических, цивилизационных, и открытости, которые существуют в Европейском Союзе и существуют в мире. То есть мы к этому идем. Не к тому, чтобы закрываться и отторгать друг друга, но к тому, чтобы объединяться, сохраняя ценности каждой культуры, обогащая своей культурой другие. The quite mandatory question about distribution. Cinemas or platforms? Ну, это все равно, что задавать вопрос, например, что больше нравится, цифровая камера или камера, которая снимает на пленку? What you like better? Film stock or digital? Ну, конечно, мне нравится пленка. Но не всегда есть такая возможность. I like film stock, but it's not all the time exists this possibility to film on film stock. Yeah? It's expensive and etc. And когда у меня будет такая возможность, конечно, я буду ею пользоваться. Но, значит, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что очень сложно противостоять индустрии. Индустрия все равно поглотит, как бы там ни было. Значит, естественно, я предпочитаю, чтобы фильмы были показаны в кинотеатре. Почему? Потому что если вы смотрите фильм на небольшом экране компьютера или телевизора, у вас нету этого ощущения, что там на экране боги. А это очень важно, чтобы те, кто был на экране, были 5 метров, 10 метров. Они боги, и у нас совершенно другой трепет к этому и другое отношение к этому изображению. Это изображение экранное поглощает вас. Важна темнота, обязательно. Темнота обязательно. И еще важно, чтобы вы были с кем-то. Чтобы вы чувствовали, как другие люди ощущают, что происходит. Как они переживают. Это тоже проникает в вас. И совместное, и индивидуальное переживание — это разные переживания. Так что я думаю, я очень надеюсь, что в будущем сохранятся, конечно, и платформы, и кинотеатральный прокат, как такой цимис. То есть такая прелесть, десерт, такой амброзия от кино. Вот. И я думаю, что будут такие сумасшедшие. Вот сейчас очень многие вернулись к LP. И слушают, я тоже вот вернулся к LP. Слушаю, да, пластинки, и я обожаю это и собираю. Вот я думаю, что освоив цифру, все-таки кино не будет уничтожено, кино будет поддержано, но будет существовать эта возможность, этот шик, сделать фильм на пленке и показать его в кинотеатре. Спасибо, Сергей Лосница. Thank you for your time. We would like to thank the whole team at Atlantida Mallorca Film Fest and especially its press team for their help in making this meeting possible. And we invite you, all of you, to follow us. Thank you.